Следующая задача. Давайте будем проверять, разное ли имя и фамилия у пользователя, который пытается зарегистрироваться. А если они одинаковые, то отменим регистрацию. Давайте рассмотрим, какие есть события при добавлении пользователя. Документация, главный модуль, события. И есть свойство onBeforeUserAdd. Это событие вызывается до вставки нового пользователя, может быть использовано для отмены добавления. Давайте скопируем пример вызова и разместим в файле EventHandlers. Давайте переименуем класс, который содержит в себе обработчики события, работающие с модулем main. И разместим обработчик событий добавления пользователя в этот класс. У нас уже здесь есть пример использования. Здесь проверяется длина last name, поля last name, фамилия. Если она равна нулю, то, соответственно, выдается предупреждение и добавление отменяется. Давайте воспользуемся этим примером и просто переделаем условия. В данном случае мы будем сравнивать поле lastName и поле name. Если они одинаковые, то будем отменять добавление пользователя и выведем соответствующее предупреждение. Давайте попробуем зарегистрироваться. Мы видим, что у нас нет полей имя и фамилия в компоненте регистрации. Давайте их добавим. И сделаем их обязательными. Добавились поля. Давайте попробуем зарегистрироваться. И добавим одинаковое имя и фамилию. Мы видим, нам выдалось предупреждение, которое мы поставили в обработчике событий добавления пользователя. И теперь давайте проверим, добавился ли пользователь. Мы видим, что пользователя с логином user нет, он не добавился.